Итак, изготовителем и продавцом бомбы оказался Игорь Коломойский. Конечно, сделал он ее не сам. Скорее всего, это какие-то физики-ядерщики, взятые им в заложники. Но сейчас главное другое. По проверенным данным, Игорь Коломойский собирается продать еще одну бомбу. И покупателями на этот раз являются ваххабиты. Сделка должна осуществиться в ближайшие дни. Времени у нас нет. Поэтому принято решение убрать Коломойского прямо во время сделки. Разрешите вопрос. Где именно планируется провести сделку? Коломоец нашел тихое местечко. Чернобыль. Чернобыль? Этот пенсионер сошел с ума. Да, такой вот он оригинал. На операцию выделяются два человека. Леший и Прайс. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Пошли. Не двигаться! Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Чья очередь? Юрий! Юр, очнись! Твой ход. Толян поднял ставку на 2 бакса. Слишком дорого. Я пас. Слишком много? Да нам Коломойский за это дело в 2 раза больше платит. Деньги-то легкие. Никакой опасности, никаких перестрелок. Здесь вообще никого нет, черт возьми. Это же зона ядерной катастрофы. Скорее от рака сдохнешь, чем кровь схватишь. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Так, вперед. Выдвигаемся. Пытаться разрешить насилием, мы мало чего добьемся. Идем дальше. По моему сигналу. Побережье чисто. Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись!
Оставаться в тени. Идем. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Медленно и спокойно. Со мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь пролить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Тяжелая же штука. Колем же Андрей поесть принесет. Не знаю, надеюсь, скоро. Выбираю слово. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Нас заметили в укрытие. Тебе ни о чем не говорит. Идем. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел. Назад. Говорят, у польских наемников пару человек пропало сегодня ночью в бассейнах. Эти поляки полные лохи здесь, в Чернобыле. Получили по заслугам. Не двигаться. Ждать здесь. Подождем еще чуть-чуть. Может, патрульный снова пойдет в обход? Заплатит мне за все это дело, куплю мотоцикл. Сюда приближается патруль. Назад! Как думаешь, развалится Украина или нет?
Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? По фронту все чисто. Вперед! Не высовываться. Выдвигаемся. Сюда, идем. Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Так, вперед. Используем его в качестве прикрытия. Вперед! Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Сделку с ваххабитами? Терпение! Не наделай глупостей! Наша задача — охранять грузовики и перебросить их к ядерному реактору, как только получим сигнал! Ждать сигнала. Ждем. Вперед! Готов. Оставайся на чеку. Мы еще не на месте. Стоять! Успокойся. Это дикая собака. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Справа все чисто. Вперед. По фронту все чисто. Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда, идем.